Ага! Добро пожаловать в Дисней! Ага! Ага! О, нет! Нам нужно спасти принцессу! Йо, хорошо, Маки! Ва-ха-ха! Добро пожаловать на темную сторону! Был убит! О боже, ребят, это я, Йода! Он идет, дело пахнет писюнами. Мэтку, вот твой папка! О нет! О нет! Ага! О боже! Посмотрите на этот хороший денек, на этот снежочек, на этого снеговичка. О боже! Ау! Кто же ты? Сегодня настанет конец света. Все подумают. Что за хрень здесь произошла? О, нет! О, нет! О, нет! О, боже! О, боже! Сегодня день Святого Валентина! О, боже! Вы можете провести время со своей девушкой, со своими друзьями. Просто посмотрите на Дилана! О боже, пойду куплю что-нибудь для моей девушки. Добро пожаловать, путешественник. Что хотите купить? О боже, о боже! Я хочу купить немного шоколада, цветочков, шариков и открытку. Хороший выбор, путешественник. Эй, стой на месте, придурок. Пока, путешественник. О боже, о боже. Теперь давайте пойдем домой к моей девушке Мани. Привет, Мани. О, привет, Маки! У меня есть кое-что для тебя! Оу, ну и что это? Конфетки! Маки, я не люблю шоколад! Я просто шучу! Я взял это, Мани! О, спасибо, Маки! Я просто пошутил. У меня есть цветы. Моти, я не люблю цветы. Я просто пошутил. Я взял для тебя открытку. Открытку? О, да. Розы красны, фиалки голубы. Ну, пошел. Тоже, Маки? Оу! Ты что, расстаешься со мной? Да. О боже, о боже! Сегодня день дурачка! О боже! Это время
кого-то пранкануть. А? Йо, а? Йо. Привет, Моки. С днём рождения, Моки. Оу, спасибо, крывой. Стоп. Сегодня не мой день рождения. Оу. Оу. С 1 апреля, Моки. Оу. Ты хитрозада, сучка. Приди. Оу, большой паучок. Оу, ты хитрозада, сучка. Моки, а где же твой пранк? Вот он, ублюдки. Моки. Привет, Моки. О, боже, я хитрозада, сучка. Спасибо, парни, за... О, нет, это была настоящая пушка. Птица, он хочет убить меня. Спасите меня! А мам, сегодня день дурачка. Ну это, ну сами знаете, это наш полномочий, все. А вот и сучка. Успокойся, Мони, я всего лишь хочу поговорить. Нет, нет. Отвали от меня, пожалуйста, отойди от меня. О, боже, Мони. Боже, Мони. Боже, Мони. Полиция, сучка. Я хитрозада, сучка. Ух, так как я мазохист, я решил озвучить все это видео ночью, из-за чего разбудил всех своих родственников. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик и зайдите на канал автора оригинала.